Ребятки, вы видите, какая вырезка? Вы видите, что творится красиво? Еще опять буфет. Вот я в зеркале даже. Вот меня видно. Дальше вот среди часики. $900. Вот этот стол со стульями. Тоже он, я не помню, $600-800 стоит. Вот такая красота. И вот такой вот диванчик. Все. Так, извините, я снимала видосик. Так, что спросить цену? Мандарин, не понимаю, это все же показано, что тут Украина. Просто бомба, да, все. Ну, просто, я не знаю, он так залетел, это видео, с прошлого раза. Решила снять. Да нет, они ее продают тут много лет. У них она постоянно все время. То одна, то другая. Не в отчаянии. Он не в отчаянии. Он зарабатывает. Это комода, шикардос. Да нет, они какие-то там буфет, мне сказали, че сервант это. Как я посмела назвать комод? Меня там так захейтили. Ну, благодаря этому хейту, конечно, видосики наши залетают. В каком городе? Это Одесса, народ. Ну, Одессе. Одессе. Еще вот так трошечки. Народ, давайте ставим лайки. Давайте, 42 лайка до 100. Хотя бы уже еле-еле 100 выжимают. Раньше вообще за нифиг делать. Что происходит? Такие люди жадины. Люди жадные. Да вот и бабушке купила. Ну, дешевые вот эти костюмчики. Я своему купила, очень довольна. Очень довольна. Это маленький вот этот. Побольше. Вот тут очень классно, видите? Тут по ценам. Да. Ну, вот такой вот. Угу. Подушка. Своему еще, конечно, комбинезон взяла. Но у меня собака метис. Нестандартных размеров, поняли? Поэтому. Ну, куртка подошла идеально, вообще крутецкая. Паша, не лезь туда. Протрите камеру, блядь, ну в смысле? Что, все так печально? Непонятно, что там протирать? Что не так? Ой, боже, у меня аж руки занемели. Боже, пальцы занемели, чуть не вывихнула их протиранием вашим. Холодно в Одессе, сыро в Одессе. Очень сильная влажность. Сейчас, народ. Купинок Юрий Петров. Если у тебя проблема, что тебе плохо видно, ты можешь, я тебе скину новую почту, 115 отделение новой почты в Одессе. Жду новый телефон в подарок. Реши свой вопрос. Чтобы тебе было приятно смотреть мои эфиры, приму в дар. Куплю серебро. Я его собачка. У меня ж куча видео и шортов есть. Мою собаку зовут Лайк. У меня метис Джека Рассела. Он только выше, но такой белый-белый, необычный. Ну, не стандартный, необычный. Я очень люблю метисов, потому что они индивидуальные. Ну, поняли их. Ой, что-то уже садится телефон. Скидывай. Ну, у меня есть телеграм-канал в описании, переходишь. Там есть чат дружбы, мы дружим, знакомимся. Пожалуйста, переходи. Застрахован. О, меня просили ваш контакт. Номер телефона. По какой цели? У меня уже много. Да, 095-949-0516. Угу. 0516. Все, сейчас я сохраню и в эфирчике. Там на Вайбер или Телеграм пишет, так. Угу. По звонку я сильно трубку не беру, а там. Угу. Да? Напишите хорошо. Им Вайбер или этот, чтобы так связывать. Пусть слушает. Так, а сколько стоит патефон? Патефон 4000. 4000, вот патефон. 4000. Это московские патефоны. Сань, для тебя 200 гривен. Для меня 50. Стакан. Это стаканчик. Видите, тут есть такая гитара Одесса. Видите, вот гитара Одесса на 700 гривен стоит. Вот стаканчик 250 гривен. Скинет. У меня был такой в детстве, но он был у меня прозрачный. Видите, сколько тут цацок, трубки. Ну, мы съели это. Ну, такое вот, самоварчики. Все, короче. Мне наливало чуть-чуть, но слушай, сильно жадно. Проходит.